работа на скользкой поверхности, работа с учетом трения скольжения. Главное то, что должно быть, это вниз. Чем ниже мы подсажены, тем ниже у нас центр масс, тем мы более устойчивы. Второй момент, когда надо соблюдать, допустим, вот упражнение, уже всем набившее оскомину, снятие давления. Вниз. То есть мы вот здесь сейчас на льду находимся. Он меня туда сталкивает. Вот я уехал. Теперь я иду вниз и подворачиваю таз. То есть вот где четко видно, что работа происходит не от подворота плечевого пояса, а от таза. То есть раз, и он сходит. Раз. Видно? Скользко. Вниз с тазом. С тазом. Вот. Еще один момент. Это, то есть, когда мы идем вниз, мы как бы немножко укореняемся. Еще один момент, это вам был показан в двух вариантах. Это противодействие броскам, когда мы стекаем, как бы стекаем, ну, виртуально так, да, если можно сказать, с дыханием стекаем в область таза. И плюс это, когда этот момент был на выдохе выпячивания живота, напряжение мышц шеи, допустим, для согревания, когда надо согреться. Вот. И вот этот момент, когда мы берем вниз, он начинает работать. Вот пример, вот я ему. Он тяжелее меня. Мы оба стоим на льду. Вот почему он смеется, он не понимает, что происходит. Со стороны этого не видно. Но эти вещи существуют, они объяснимы. Чистая физика, никаких там разных энергий. Вот. Но чтобы уйти, это было дыхание. Дыхание с дыханием. А чтобы уйти, это вот подворот. Дыхание. Давай. Чисто. Так что? Микродвижения, которые здесь присутствуют, сейчас покажу по большому. То есть скользкая поверхность. Видите? Вот. И я еще стану как бы по отношению к нему менее устойчивый. Отстав ногу, стань более устойчивым. И вот смотрите, я выдаю себя на него как бы, фух, туда я весь, и его сдвину, и он меня, хотя я сам стою. А теперь вот это большое вот эту вот подачу на него, я начинаю выдавать на маленьком уровне, то есть оно все присутствует, но нету амплитуды, то есть я сократил амплитуду, он меня сейчас давит, вот. Видите, я поехал, он поехал, а теперь я выдаю на него это вот. А лед это, ну, как бы индикатор, это как инструмент, прибор, который показывает, что действительно что-то происходит. Вот мы не обманываем никого. А здесь я на него выдаю, то есть вот, но если я дыхание туда загоняю, здесь тоже какие-то подвижки начинаются. Вот мышца где-то напряглась, живот вперед пошел, где-то не пошел. И вот я стою, а он работает. Может, я просто тяжелый. У меня обувь не скользящая. И кость широкая.